Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про породу овец Дорпер. Овцы и бараны породы Дорпер были выведены в начале 20 века в Южной Африке. Целью селекционеров было создание породы, которая была бы способна жить и размножаться в самых неподходящих климатических условиях. У специалистов получилось добиться заявленного результата. Именно неприхотливость и хорошие показатели мясной продуктивности, независимо от условий проживания, сегодня являются причинами популярности Дорперов среди фермеров всего мира. Это мясная порода. Очень скороспелая, можно так сказать, отличается вкусовыми, очень хорошими вкусовыми качествами мяса, она неприхотливая. Дорпер имеет крепкое, слегка вытянутое тело. Вес у овец обычно составляет от 55 до 95 килограммов, у баранов от 90 до 140. Окрас у представителей породы может быть либо полностью белым, либо белым с черной головой и шеей. Дорперы спокойные животные, они не пугливые, могут часами проводить время на пастбище. Как мне рассказывали, что она может, даже, ну и не то, что мы рассказывали, и у нас ест на пастбище, очень хорошо себя ведет, и с другими даже животными на конфликт никогда не идет. Они в основном заняты едой, поэтому они разбредаются и едят все подряд, если у вас, например, большие пастбища есть. Дорпер известны своим мраморным мясом, которое имеет нежную структуру и вкус. Специалисты считают его диетическим. Выход с одного барана или овцы может достигать 90%. Что касается плодовитости дорперов, то она также высока. Колеблется от 150 до 225%. Рожать по 4 ягненка в год для представителей этой породы считается нормой. Уход за дорпером несложен. Эти животные могут целый год пастись на свежем воздухе. Ни жара, ни морозы этих овец и баранов не страшат. Шерсть дорперов не доставляет неудобств. Благодаря гладкой шкуре и минимальному шерстному покрову представители породы не нуждаются в стрижке. Весной дорперы линяют. Представители породы неприхотливы в еде. Они способны быстро набирать массу, даже питаясь самым плохим подножным кормом. В Германии практикуется так, что дорперы сидят только на подножном корме, а вообще зерновые вообще им не дают. И, конечно, они растут дольше, но очень отзывчивые на комбикорма. В принципе, порода, которая у них нету каких-то расстройств, если перемена корма или дача, они могут употреблять его, наверное, целый день. Но, конечно, злоупотреблять, конечно, нельзя. В общем, кормление их занимает, ну, короткое время. Порода для наших условий, морозы выдерживает наша Московская область. У нас они в одно время жили не в специализированном, так сказать, помещении, в обычном дощечи, там пережили зиму 35 градусов без обогрева сами. В общем, порода замечательная, выращивается. Дорперы обладают хорошим здоровьем. Средняя продолжительность жизни этих овец и баранов составляет от 10 до 12 лет. Однако некоторые представители породы способны достигать возраста 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!